Всем привет! Покажу небольшой хак, как сбросить последнее обновление, при котором глючит рабочий стол телефона на примере Redmi 4X. Итак, мы идем в настройки. На рабочий стол не обращайте внимания, просто я уже сбросил. Ищем обновление компонентов. У кого-то автоматически настроено, у кого-то нет. Нажимаем «Обновить рабочий стол». Обращаю внимание, что вот именно это последнее обновление от сегодняшнего числа 13 мая привело к тому, что рабочий стол начинает постоянно перезагружаться. Но дальше все увидите. Итак, уже идет установка обновления. Все, обновление завершено. Выходим на рабочий стол, и что мы получаем? То есть рабочий стол постоянно перезагружается. Что мы делаем? Свайпом верхнее меню, настройки, ищем, где у нас все приложения. Находим рабочий стол. Пропустил где-то. Вот, рабочий стол. Заходим. И здесь внизу кнопочка «Удалить обновление». Нажимаем «Ок». Все, обновление удалено. При этом удалены все предыдущие обновления до заводских установок. Выходим и получаем рабочий стол в том виде, как он был при заводских установках. Ждем следующего обновления. И когда появится следующее обновление, пробуем применить его. Всем удачи, спасибо, пока.